Всем привет, меня зовут Таня, мне 22, и я рисую граффити уже 7 лет, начала с брейка. Здравствуй, меня зовут Сергей, Мегасток, рисую граффити лет 15. Вообще у меня была очень давняя мечта, я безумно хотела нарисовать что-то свое на здании дома, на пятиэтажном, но получилось 9. Я решила отправить эскиз. Мы сидели у меня дома, пили чай, рисовали, как раз Сережа там тоже был. Я уже на самом деле немножко отчаялась, поэтому эскиз возник очень легко, просто без задней мысли. И просто отправила, ни на что не надеясь. И в июле мне позвонили, сказали, что вы выиграли. Вот, я очень обрадовалась.